Привет! Сейчас мы будем делать Packet Tracer 6.3.1.8. Для этого сначала скачиваем инструкцию PDF, сохраняем и открываем с помощью Adobe Acrobat. Иначе у вас не будут сохраняться изменения. А вам здесь нужно отвечать на вопросы, вписывать ответы вот в эти вот синенькие поля, сохранять и отправлять вместе с вашим ПК-файлом, который вы сделаете в Packet Tracer. Так. Скачиваем ПК-файл, открываем его в Packet Tracer, ждем, пока откроется. Там будет такая же инструкция, но без полей. Поэтому вам нужно обязательно открывать в одном Acrobat и вписывать ответы в поля. Вот, здесь мы вводим имя, email, дополнительную информацию, например, группу. Сохраняем. Открываем инструкцию, которая открылась вместе с Packet Tracer. Я ее закреплю сверху, чтобы было удобнее. Разверну. И начнем. Сначала нам нужно открыть маршрутизатор IST, физическую вкладку Physical, и посмотреть детально маршрутизатор. Ответить, какие тут есть порты, и всякое остальное ответить, что спрашивается. Дальше. Прописать в командной строке маршрутизатора show IP interface brief. Мы видим, что здесь нам показаны все порты и их статус. Дальше нам нужно прописать show IP interface и название интерфейса. Например, нас просят serial 000. И мы видим, что здесь указана информация о нашем порту. Порте, и он выключен, disabled. Дальше. Нам нужно посмотреть, сколько у нас есть слотов расширения в нашем маршрутизаторе. У нас их здесь три. Раз, два, три. И на наших коммутаторах switch 3 и switch 2. У нас их тут по 10. Дальше. Нужно вставить соответствующие расширения. Так как я помню, какие их нужно вставлять, я их просто вставлю, а вы читайте, и чтобы понимать, что я вообще делаю. Сначала нам нужно выключить устройство, погасла зелененькая кнопочка, и вставить расширение с дополнительными четырьмя портами. И включить. Закроем. Теперь здесь. Здесь нам нужно вставить серийные порты. Выключить сначала, вставить, включить, закрыть. Здесь нам нужно добавить оптоволоконные гигабитные порты. Выключить, добавить, включить. Я прошлый забыл включить, сейчас включу его. Все. Теперь дальше нам нужно просто соединить все устройства по вот этой вот таблице, в которой указан тип кабеля и что с чем нужно соединять. Начинаем. Выбираем вкладку Connections, выбираем обычный кабель, витую пару. И соединяем, например, давайте по таблице. Первым делом гигабит Ethernet 0.0 к Switch 1, гигабит Ethernet 0.1. Дальше. Гигабит Ethernet 0.1 к Switch 4. И теперь мы можем соединить обычными портами Fast Ethernet. Главное их по порядку соединять. Иначе у вас не будут засчитываться баллы, а нам баллы все нужны. Выбираем по порядку первый к первому компьютеру. И так дальше. Второй ко второму. Третий к третьему. Все, все подключили. Теперь сделаем то же самое со Switch 1. По порядку. Первый к четвертому. Следующий к пятому. И дальше к шестому. Все. Теперь нам нужно соединить Switch 4 и Switch 3. С помощью той же витой пары, но теперь перекрестной. Так как это у нас два сетевых устройства одинаковых. То есть два свеча. Соединяем гигабит Ethernet и гигабит Ethernet.
Теперь соединим с помощью оптоволоконного кабеля Switch 3 и Switch 2. Выбираем оптоволоконный кабель Gigabit Ethernet 5.1, Gigabit Ethernet 5.1. И осталось соединить Switch 2, опять же по порядку, здесь не начинается снизу, то есть первый в списке к седьмому, второй в списке к восьмому, третий к девятому. Сейчас я выбрал четвертый случайно. Третий к девятому. И все. Осталось соединить только одно устройство. Это два наших маршрутизатора. Восток и запад. Опа. Здесь у нас неподходящие порты. То есть мы добавили какой-то не тот разъем. Сейчас посмотрим, какие у нас тут еще есть. Вроде бы других нету. Секунду. Добавляем. Почему-то у нас здесь нету выбора Serial 000, как нам надо. Сейчас попробуем соединить. И мы видим, что у нас не засчитывают последние 2 балла. То есть сейчас нам нужно разбираться с этим коммутатором. Например, поставить это же расширение, выключить питание, поставить это же расширение в другой слот. Включаем. И да, видите, теперь 000. Соединяем к 000. И у нас 52 балла из 52. Нажмем Check Results. Посмотрим Assessment Items. Здесь показано все соединения и все правильно. Дальше. Заполняйте PDF-файл. Сохраняйте его. Сохраняйте PKA-файл. Файл. Save. И отправляйте их в форму в учебнике. Вместе. Пока.